Спорткомплекс «Атлант» открывает новый сезон. Старт спортивного года отметили дружескими волейбольными матчами. На площадке встретились Ярославич, ветераны клуба «Нефтяник» и сборная «Яноса». В ближайшее время для команд начнут готовить пополнение. На базе «Атланта» планируют открыть детскую волейбольную секцию. На данный момент это идея создания на базе «Атланта» детской секции волейбола, в которой будут работать хорошие тренера и жители Красноперекопского района. Да, то есть мальчики будут приходить и заниматься волейболом. Мы надеемся, что эта идея найдет отклик у руководства завода и воплотится в жизнь. В секцию смогут записаться ребята от 8 лет, а пока будущие волейболисты следят за игрой взрослых спортсменов. Хотим попробовать, хотим заниматься так же, играть на таком же уровне, а пока смотрим только на технику. Технику первыми показали команды «Ярославич» и «Нефтяник». В итоге 25-23 в пользу «Ярославича». Следующий дружеский матч был интересен тем, что с профессионалами играли любители. Сборной «Яноса» пришлось противостоять олимпийцам Семену Полтавскому и Александру Соколову. Конечно, сложно играть с профессионалами, но в то же время очень интересно. Мы, как любители волейбола, вот, наша заводская команда у нас проходит турниры внутри завода. То есть участвуют все цеха. Мы, конечно, активное участие в этом принимаем. Но здесь, как говорится, черпнуть опыта, как говорится, непосредственно вживую на площадке с профессионалами, олимпийскими чемпионами, это просто супер. В итоге сборная «Яноса» уступила Ярославичу 7 очков. Чуть лучше команда сыграла с «Нефтяником», отстав лишь на 4 очка. Помогла поддержка болельщиков. В любом случае, я думаю, что болеть надо сегодня за наш волейбол, за наш «Атлант» и за наш ярославский спорт. Победит, как всегда, дружба. Без призов команда нефтепереработчиков не осталась. В завершение дружеского турнира участники получили майки от клуба «Ярославич». Также их символически включили в запасной состав клуба за отчаянную борьбу на площадке. Евгений Журавлев, Александр Широкий. День в событиях.